Девочки мои хорошие, привет! Я вас приглашаю на групповую консультацию 23 декабря «Как создать перемены в новом году». Это именно групповая консультация, то есть не мастер-класс. Если вы планируете год, у вас получается, что-то не получается, если вы не 100% довольны тем, как это происходит, я вас приглашаю именно на групповую консультацию, потому что я отвечу на те индивидуальные вопросы, те индивидуальные непонятки, которые у вас есть. Почему не 100% довольны? Может быть, вы ставите слишком амбициозные цели, может быть, цели не ваши, может быть, вы плохо планируете, может быть, вы не входите в правильные ощущения, может быть, вы не подводите итоги или промежуточные результаты, в общем, неизвестно. Если у вас есть какие-то вопросы, приходите, приносите, потому что именно с этим мы и будем работать. Это будет Zoom, у нас будет 12 участниц. С 12 по Москве, где-то на 2-2,5 часа, это будет индивидуальная работа, и мы с вами вместе будем создавать планы и перемены в новом году. И самое главное, вы получите индивидуальную работу со мной и ответите на свой вопрос. Я вас жду, записывайтесь, регистрируйтесь, и до встречи 23 декабря на групповой консультации «Как создать перемены в новом году».